Главной кузницей спортивных кадров Брещины для национальной команды Беларуси в прыжках с шестом уже давно стала группа тренера Брестского областного училища Олимпийского резерва Владимира Тивончика. Их общий тренерский стаж вместе с супругой Татьяной, которая активно помогает мужу в работе, почти 80 лет. Фамилия Тивончик на спортивном олимпе звучала не раз. Племянник Андрей – бронзовый призер Олимпиады в Пекине в 2008 году. Четырьмя годами позже уже сын Станислав выступал на Олимпиаде в Лондоне. Очень сложно. Где-то человек расслабился, где-то вот байды как побил и улетел. Не обязательно сюда, улетел назад. А с сыном пришлось жестко, как пример, показывать, что для меня все равны. Сейчас в группе Владимира Николаевича 10 спортсменов. Самые сильные шестовики, уверен тренер, получаются из спортивных гимнастов. Природная гибкость и отсутствие страха перед высотой позволяют добиться высоких результатов. Потенциал есть, и задача найти таких спортсменов. Садись на машинку, поехал пружины, поехал туда. Приходится и так в черни куда-то поедешь, что-нибудь... Просидишь полдня на уроках, что-нибудь да найдешь. И для того, чтобы поднять спортсмена себя на высоту, конечно, надо обладать волевыми качествами, такие как решительность, собранность, умение работать на высоте, владеть своим телом. Семейный тренерский тандем Тивончиков периодически превращается в трио. Колоссальный спортивный опыт и заслуги Станислава – хорошая мотивация для молодых шестовиков. Есть ребята неплохие, но, как сказать... Надо, чтобы специалисты были хорошие. Пока что стоят не те специалисты, что надо. Не знаю, не хочется ни на кого ничего говорить. Просто я вот сам вижу, есть и девочки, и мальчики очень хорошие, но там в техническом плане просто ужас. И понимаешь, что это оно дальше ни к чему не приведет. Ребят много. Да и высоту фактурные есть. Особенно, говорю, Могилев, туда, ближе к России. Фактурные такие ребята, и быстрые, и сильные, и смелые. Порода там такая вот. Но, видите, ни там тренера, ни Витебске, ни Могилеве, на такие регионы, ни одного. Вместе с тем, воспитанники Владимира Тивончика конкурентно способны на соревнованиях любого уровня, от юниорского до взрослого. Сначала бегом начинал, это было в 5 классе. Сейчас в 9 уже, 4 года. Начинал, потом начал ездить на областные соревнования и предложили поступить в училище и заниматься прыжками в шестом. Но я решил попробовать, и хорошо все пошло. Летом я хочу отобраться на Европу, и там все дальше и дальше развиваться, только вперед. Соревновательный сезон у шестовиков только набирает обороты. В спортивном календаре не один десяток ответственных стартов. А это значит, что впереди еще много новых непокоренных высот. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.